Может и правильно, но я думаю, ничего это не поможет и толку не даст. Нет. А почему? Ну, не знаю, раньше будут покупать, наверное, в субботу, допустим, в пятницу вечером. И самогонку гнать будут. Ну, короче, не знаю, фигня это все, мне кажется. Люди должны сами решать, когда и что им пить. Я как бы не пьющий, но все-таки считаю, что люди сами должны решать. Результата не будет, это мое мнение. Почему будут подпольщики на этом наживаться, это первое. Второе, ну, у кого торжества, как я, не заблаговременно, я думаю, уже запас сделают какие-то. Вообще бы поддержала это. Меньше, я думаю, будет пить. Люди себя ведут неадекватно, когда идешь по улицам, везде идут с пивом. Это некрасиво, знаете. Как-то хочется, чтобы, знаете, ну, люди понимали, что это некрасиво на улицах употреблять вот это. Я за это. Вот в Чечне же не продают, так и у нас вот я ездила. Очень приятно смотреть на людей. Это приведет, я даже не скажу к чему. Проще это откроется подпольная продажа спиртного, обязательно в первую очередь. Оправданно на самом деле, потому что население очень сильно в выходные дни, то есть повышается продажа алкоголя. И алкоголизм возрастает, поэтому вполне оправданно и выходные будут хорошо. Один раз запретили, страна развалилась.